В одном из микрорайонов Лесосибирска, где никогда не было водопровода, завершаются работы по прокладке труб. Централизованной подачи воды ожидает более 7 тысяч жителей. Масштабную стройку в микрорайоне Мехколонна проинспектировали специалисты Росстройконтроля, замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Байков и глава Лесосибирска. Водопровод строят в рамках федерального проекта «Чистая вода», нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта почти 98 миллионов рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов. Ожидается, что после запуска водопровода сотни семей получат качественную питьевую воду. Раньше в микрорайоне пользовались привозной или колодезной. Вот люди нуждаются, а нам воду приводят. 139 рублей бочка. Да, конечно, водопровода доклад. Колонки подсоединил со шлангами. И все. Это, конечно, позволит гражданам уже более воспринимать качество жизни. В перспективе, да, конечно, мы рассматриваем вообще подход к городу Лесосибирску в следующем году в части, наверное, модернизации системы водоснабжения в целом. Сейчас в микрорайоне проложено почти 5 километров водопроводных сетей при общей протяженности 5,4 километра. Выполнен монтаж 25 колодцев, готовность объекта 67%. Работы идут с опережением графика почти на неделю. Планируется, что стройку завершат до конца сентября.